В Великом Новгороде завершился международный конкурс юных пианистов имени Сергея Рахманинова. Он стал частью проекта «Рахманиновские сезоны», поддержанного фондом президентских грантов. Имена лауреатов огласили на торжественном гала-концерте. Новгородка Кира Кузнецова в свои 8 лет с кажущейся легкостью играет Шостаковича на закрытии музыкального конкурса пианистов имени Рахманинова. Она дебютировала на таких серьезных соревнованиях и сразу с непростой программой. Я играла Иоганн Себастьян Бах, двухголосная инвенция, Сергей Васильевич Рахманинов, осколки, Дмитрий Шостакович, лирический вальс и еще Дмитрий Шостакович, полька. Конкурс, на который съезжаются талантливые дети со всей страны, в этом году мог и не состояться. Его перенесли с апреля на октябрь, а эпидемиологическая обстановка повлияла не только на организационные моменты, но и на подготовку музыкантов. Они, как и все, были переведены на дистанционное обучение. Мы договорились с преподавателями из самых удаленных уголков России, что мы можем общаться онлайн, и если они захотят получить консультации, это всегда возможно. То есть есть и минусы, и плюсы, да, вот у нашего положения нынешнего. Новгородским музыкантам до этого года не удавалось получить первые места в конкурсе, но в итоге Кира Кузнецова смогла стать лауреатом первой степени в своей возрастной категории. Ее игру отметили члены жюри не только из России, но и Германии и Финляндии.